Наша самооцінка визначається тільки нами. Ми не повинні залежати від того, що хтось говорить нам, хто ми є. І кожен раз, коли ми виявляємо себе на стороні більшості, час зупинитися і замислитися. Сьогодні наша розмова піде про дзюдо, яке прийнято вважати чоловічим видом спорту, в який все частіше йдуть дівчата. У мене в залі нету розділення, і коли любой ребенок приходить, или там спортсмен, я пользуюсь правилом, если хочешь, чтобы был результат, все в зале равны. То есть в этом зале есть разновозрастные спортсмены, разноуровневые, поэтому хочешь результат, слушай тренера, работай, как говорится, паши до пота, до мозоли, и результат придет. У меня есть только специфика общения с девушками и девочками в тренировочном процессе и за ним. То есть я общаюсь с ними немножко мягче, как бы сдержанней, чем с ребятами, а в работе попуска нет. Наоборот, они должны изучать такую же технику, как и ребята. Я с детства была энергичным ребенком. Мама хотела, чтобы я пошла на танцы и на пение, но меня это как-то не завлекало. Папа хотел, чтобы я пошла на более жесткий вид спорта, кикбоксинг, но мне это тоже не очень нравилось. Ну, на тот момент родители были знакомы с моим будущим тренером тогда, Русланом Владимировичем Глазовым. Сама я просто из Киева. И вот так вот один раз я пошла на тренировку по дзюдо, и как-то меня это завело, мені понравилось. Інтересно для мене це було. Якщо ти займаєшся однією справою багато років, отже це не випадково. Я вже, якщо чесно, навіть збилась. Більше 10, точно. Ну, як-то, коли був маленький, було цікаво вважати, я там 3 роки, 4. А зараз, коли ти просто цим живеш, ти не звертаєш увагу, скільки часу пройшло. Що мене тримає? Не знаю. Мені як-то, я... Ну, где-то бывают у нас травмы, соответственно, мы отдыхаем от тренировок, и мне как-то становится грустно без тренировок, я не могу, мне хочется сюда прийти, потренироваться, что-то вот, ну, самой себе, наверное, не доказать, а попробовать показать, что ты лучше, показать, что ты можешь что-то больше. Час бантиків і лялечок в одних закінчується швидко, а в інших залишається на все життя. Я до сих пор не переболела. Я люблю розові тапочки, мені нравится яркая одежда. То есть мне не нравится тусклая одежда. Я хочу даже на тренировках, вот я, у меня розові лосини. Я как-то хочу, ну не знаю, мне это нравится. Поэтому я не могу сказать, что я этим переболела. Это очень просто совмещать. На тренировки мы приходим тренироваться, мы здесь спортсмены. Ну, ничто не мешает тебе одеть красивую футболку, сделать красивую прическу. Главное, чтобы во время процесса тренировки она не мешала. Ну, точно так же выходишь с тренировки, помылся, кимоно сложил, в сумочку красивую его положил, оделся и пошел. Я Плапа Владислав Рехлис. Мы провели уже 2,5 месяца на дзюдо. А просто-напросто, ну, мне нравится само дзюдо, и ей тоже. А до дзюдо Владислава уже займалася? Айкидо. Она выиграла первенство города и чемпионат области. Вторая в Украине была. І ми хочемо зараз, щоб вона займалася. І вона сама дуже хоче на дзюдо. Будь-який перехід завжди чимось обумовлений. Дзюдо просто дуже розвитий спорт. Для нас це дуже необхідно, і ми хочемо, щоб дитина розвивався без, ну, менше комп'ютера. Зараз вулиця, ви розумієте, зараз дзюдо. Дуже хороший тренер сам по собі. Він дає можливості дітям розвиватися. От він психолог, він, ну, скажімо так, я вожу с удовольствием, и она бежит именно с удовольствием. Тем более, она, я вам скажу, даже больше занимается 5 дней в неделю. Окрім любові до спорту, є і філософія життєвих позицій. Сейчас мир идет очень быстро. Знаете, айфоны каждые 9 месяцев выходят. И поэтому глобализация дает возможность что для мира? То есть человек должен идти ногу со временем. А ногу со временем – это борьба с внешним миром, по большому счету. И для девочки эмансипация – это является главной вещей. То есть вы посмотрите, что сейчас творится. Чемпионка мира с Украины Белодит, она весит 48 килограмм вообще. Ну, то есть даже в жизни не скажете, что это дзюдо. Но это является перспективой именно в жизни. Для нее и для всех молодежи, которые, ну, у нас в Украине. 7 лет.
первом классе на Кировой. Мне понравилось, потому что я увидела, что когда мальчики дерутся, девочкам помогают. Я захотела дзюдо заниматься очень сильно. Больше всего нравится, что мы приемы отрабатываем. А до дзюдо у неї вже був досвід. Я займалася айкідо, гімнастикою, акробатикою, боксом. А бокс ми займаємося суперстар. Раніше вона займалася айкідо. Там на мечах, а здесь стоя і отрабатываем. А там ми просто беремося. Больше всего я люблю переднюю подсечку. Дома качаюсь и отрабатываю. На папе, на маме, на сестре. Ей 20 лет, она в институте уже. Влада вже встигла дещо і виграти. В айкідо я виігрувала чемпіонат України, третє місце зайняла. Я виграла по айкидо кубок города. Изначально, когда я еще начинал работать, у меня девочек не было. Ну, девочек, тем более девушек, это же уже они должны были вырасти. Поэтому такой практики не было. Ну, приходили девочки, ну, кратковременно, ну, максимум до месяца, трех месяцев. Но потом стали оставаться девочки, появляться. И в принципе сложности нет. Единственное, нужен правильный подход, более мягкий. Нужно понимать, чего девушка хочет в спорте и какие цели она себе ставит. И поэтому просто направлять и помогать. Сьогодні Руслана Булавіна – студентка, першокурсниця. Я учусь в Дніпропетровській державній фізичній спортивній академії. Мені зараз зробили свободний графік, мені дуже легко. Ну, во-первых, учителя очень поддерживают меня, ну, они помогают мне, когда я очень далеко уезжаю, они, ну, я не прихожу, они помогают мне, я у них спрашиваю, что мне сделать какие-то дополнительные задания, потому что я отстаю, как бы, от остальных все ходят, а я так, ну, я, конечно, все пишу, все сдаю, и так все получается. Все головне починається із випадковостей, принаймні, нам так здається. Это очень интересная история, меня привел мой брат. Позвал просто, говорит, попробуй, иди. Ну, я так пришла. Но я не здесь сначала тренировалась. Я сначала тренировалась в 6-й школе. Там мне дал тренер, ну, как говорится, начинающие у нас броски. И так потом уже, когда выиграла свою первую Украину, так я пришла к Виталию Владимировичу. Якщо ти любиш, то відразу неможливо точно сказати, за що. Це стосується і дзюдо. Для меня это очень хороший вид спорта, потому что тут люди раскрываются. Ну, я очень сильно тут раскрылась. Я узнала, что я очень много чего могу. У меня столько, оказывается, силы есть, что и воли к победе. И самое главное, это когда ты выиграешь и чувствуешь, что ты не зря тренируешься, не зря все это вкладываешь столько сил в тренировки. Ну, это все выкладывается на соревнованиях. Вот для чего мне это значит дзюдо для меня. Коли ти знаєш, що в тилу за тебе тримають кулаки, то це завжди надає оптимізму. Мама отлично реагує, тому що коли я виграю, для неї це дуже велика радість, і вона дуже гордиться мною. А я зі своєю будущою жінкою познайомився на соревнованнях. Соревнования були в Донецьку, ще не було війни, десь 2007-2008 рік, точно не пам'ятаю вже. Соревнования були в Донецьку. Турнір Зусера, вроді би, точно не пам'ятаю. Там на соревнованнях познайомилися, со временем вона переїхала в Дніпро тренуватися. І тут вже почали сімейну життя. Якщо в сім'ї чоловік і дружина займаються однією справою, то найчастіше це тільки зміцнює родинні узи. Для мене більше в плюс, тому що жена мене розуміє, і я її розумію, що треба. Ну, друг другу ми допомагаємо. Часом в тренувальному процесі, коли хлопчик бореться з дівчинкою, на татамі можуть проявитися різні епізоди. Нормально, це спорт. Це спорт, це боротьба в партері. Тут, ну, у мене не було ніяких там, не рівнував я нікому нічого. Це спорт. Я знав, чим я займався, чим вона займається. Це її робота, можна сказати. І вона виконувала для її
хорошо. Такого я особо не чувствую. Мальчик как мальчик, ничего. Ну, бывают иногда такие позы, которые, да, бывают. Но это борьба. Мы не знаем, как мы ляжем, как мы будем бороться. Ну, это ничего страшного. Это не так уже опасно, що ми ж екіпіровані. Жінки вже забрали у чоловіків капелюха і чоботи, сорочки та штани. А тепер ще й дзюдо. Я считаю, что это женский вид спорта, потому что, ну, хоть нас и так и мало девушек, но я хочу, чтобы девушки больше развивались, потому что, ну, что, только мальчики и мальчики. Ну, что, нам девочкам тоже хочется бороться и развиваться. И все ж таки, різниця є. Мужчины больше, они, как я сказала, технические нас, потому что у них техника очень сильная и выносливая, они сильнее нас. Но все выходят, девочки, на характере, на силе воли, как они хотят выиграть. А мальчики больше на техническую борьбу выходят. Сюда приходим, у нас нет мужской дзюдо, женской дзюдо, мы все спортсмены. Мы приходим, у нас отличаются не техники. Вот нам тренер, например, показывает какой-то прием. Каждый человек, в принципе, понимает его по-разному и делает. Но мужчины делают его более не скованно, а более технично. А женщины, они более пластичные, поэтому этот же бросок выглядит иначе. Хотя, в принципе, делают одинаково. А ось! Позиція тренера. Я б не сказав, мені кажется, женське дзюдо ще тяжелее, чем мужское. Девочкам надо свой подход. Кого-то надо гладить, кого-то надо с подпалки заставлять. Ой, они все разные. С ними просто чуть-чуть тяжелее, чем с парнями. С парнями можно гаркнуть или сказать нормально, они понимают. А девочкам, то у них там какие-то праздники, то у них какие-то болячки, то, ну, все бывает. Ну, к ним надо свой подход. Каждый свой подход. Как по мне, разницы между женской и мужской техникой нет. В основном все одни и те самые приемы. Кто-то просто выполняет более силовую борьбу, кто-то или более техническую. Кто-то больше борется в партере, кто-то больше в стойке. Ну, тут каждому свой подход надо иметь. Під час тренування виконується дуже багато китків. І дівчат часом хвилює питання, чи не спричинить це проблеми при пологах. Не замечал такого. Может, у кого-то есть патологии с детства, это может повлиять, но а так нету вообще никаких эффектов таких, которые запретили ей заниматься или рожать детей. Сьогодні у родині підростає майбутній дзюдоїст. Он 7 месяцев, ему сейчас уже 3 с половиной, может, он 7 месяцев в зале. Ну, для начала мы его отдали на гимнастику, на плавание, для того, чтобы он гибкий стал, пластичный, плавать, это понятно, легкие развивать и вообще научиться плавать. А с 5-6 уже начну больше его уделять дзюдо, чисто дзюдо. Спорт – це характер, мета, а може, це щось інше? Если человек начал заниматься спортом, он поставил себе цель, и вот его характер показывает, до какого уровня он приблизится к своей цели. Если у него характер слабый, человек просто может не достигнуть своей цели. Поэтому, наверное, это все-таки друг от друга зависит. З останнього турніру Анна Сурова повернулася з золотою медаллю. Я просто недавно боролась 57 кг, сейчас перешла в 52. Поменяла весовую категорию. Это были мои третьи соревнования в 52 кг. То есть с этими девочками я уже давно не боролась, еще по детству. Сейчас я вернулась в эту категорию, и я как бы вспоминаю, с кем как бороться, что попробовать, что сделать. Ну, это был отбор. Я отобралась на всемирную. Теперь буду готовиться к всемирной универсиаде. Надеюсь, оттуда тоже вернуться золотом. При знайомстві молодики не завжди однаково реагують на те, які захоплення у нової знайомої. Нет. Я так не думаю. Мальчикам даже наоборот нравится. Я думаю, что им очень нравится. Ну, просто я особо в команде, у меня больше компании спортсмены более, и они как бы все знают меня, чем я занимаюсь, каким видом спорта, и все очень уважительно ко мне относятся. При рукостисканні неможливо приховати мозолисті долоні та великі біцепси. Все нормально к этому относятся. Ну, пальцы как пальцы, ничего тут такого нету. Ну, бицепсы как бицепсы. Не знаю, ну, мальчики иногда щупают иногда, говорят, а что ты такие большие? Ну, говорю, ну, так качаюсь, мы так, ну, я все-таки девочка не маленькая, у меня все-таки я большой категории, как говорится, весовой очень борюсь, я все-таки девочки больше меня, и мне нужно быть не то, что весом больше, а физически должна была больше должна быть, все-таки у меня должно быть бицепсы, как говорится. Ну, не щупают, да, надо, ой, у тебя такие руки избиты, мозоли, говорит.
Мені, я говорю, мені так красит. А ще є зрадницькі синці від тренувань. Ні, я їх не скриваю. Я ходжу в платі, всі бачать мої синяки, всі мої, ну, я нічого не скриваю. Зачем скривати? Ну, нічого, синячок какой-то, ну, нічого страшного, він пройде же, це ж він не вічний же. Ніщо людське нікому не чуже. Я музику слушаю, разную музику слушаю, ну, більше такі класичні слушаю. Ну, фільми обожаю смотреть, фільми мої, ну, я більше люблю мелодрами, комедії, от фентезі обожаю. Ну, книги я особо, звісно, не читаю, там не скажу, що я прямо такий читатель. Ні, ну, я читаю, ну, такий фентезі більше такі читаю, щоб такі приключення якісь, от такі мені подобаються книги. Сильний захват в дзюдо – це перший крок до перемоги. Акцент на сильный захват, мне кажется, у всех борцов делается, потому что у нас борьба не обниматься, а надо держать за кимоно, надо держать в основном, как тренируем захват, это канат, перекладина, качаем предплечье, на пальцах отжимания, ну все для рук, чтобы сильный захват был. Работаем с кимоно, ну а разницы между женской и мужской тренировкой нету никакой. Все то же самое, все те же самые нагрузки. Кто профессионал, он выдерживает. Кто пока любитель, тот готовится в профессионал, и к ним чуть-чуть более лояльно относимся. Сколько у нас девочек тренируется? Все, не знаю, человек 10-12, может, в общем зале. Ну, а так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, в основном 7-8, которые по две тренировки в день в основном тренируются. Будь-яка спортсменка в будь-якому виді спорту все одно багато в чому залишається дівчиною. Готовлю я, не прямо скажу, що вау, там, ну, я основні наші блюда можу готувати. Ну, борщ, супи, це все, звісно, я можу. Ну, убираю, звісно, як, треба вдома, щоб чисто було. Чаклунство біля плити – це одне, але є й виключення з правил. Я люблю разную, но лучше спортивное питание, потому что оно правильное, мне кажется. Когда вареное все, кашки, супчики, это, мне кажется, правильное питание для спортсмена. Ну, иногда, если я позволяю плохую пищу, там, Макдональдс, суши, ну, иногда же можно. Але и до походу в Макдональдс треба готуватися, обирати одяг. Ну, более спортивная, потому что она очень комфортная для нас. У меня нет конкретного какого-то стиля. Ну, конечно, у меня много спортивной одежды, у нас много поездок, где она нужна. Клубная спортивная форма, то есть чтобы мы представляли наш клуб. Да, у меня ее много, но я любитель также на тренировку прийти в джинсах, прийти в юбке. Я могу позволить себе прийти на каблуках. Главное, чтобы я здесь на тренировке была в кимоно. То есть 50 на 50. У меня очень много вещей, они не влазят у меня в 4 больших шкафа дома. Но все равно, как бы, мне мало, я хочу еще, поэтому и так ношу. Анна не колекціонує магнітики. Як це любить робити більшість спортсменів, вважаючи, що кулінарія не менш цікаве захоплення. У меня нет каких-то кулинарных шедевров, но я люблю поэкспериментировать на кухне как, с какими-то специями, с какими-то мясом как-то иначе приготовить и так далее. Но сказать, что у меня какое-то хобби, то нет. Я вот прихожу сюда, я здесь полностью выкладываюсь, мне интересно прийти домой, как-то немножко морально себя разгрузить. Я люблю поготовить, да, мне это нравится. Когда у меня плохое настроение... Я, ну, на тренировке я занимаюсь тем же, что и обычно, просто я не люблю, когда со мной разговаривают. Да, я тяжелый человек, у меня тяжелый характер, это так, ну, правда. Дома я прихожу, мне не хочется ничего делать. То есть, если у меня действительно плохое настроение, я себе сама отдохну, это может быть час, это может быть день. Мне просто не, ну, нет желания с кем-то общаться, я сама себя морально разгружу. Все, я могу проснуться на следующий день и как ни в чем не бывало прийти со всеми общаться, со всеми разговаривать. Не все понимают. Когда у меня хорошее настроение, я точно так же прихожу, тренируюсь, точно так же выкладываюсь на все свои 100 и больше процентов. Ну, на тренировке я не очень приветствую, когда балаган и так далее. Конечно, все мы разговариваем, ну, не обсуждаем темы какие-то личные, там, по поводу тренировок и так далее. То есть идеальной тишины, это естественно, что нет, мы не роботы. Ну, в хорошем настроении можно хорошо потренироваться. Мне кажется, что больше как-то прибыли в свою копилочку спортивную с хорошим настроением можно добавить. Про знакомство с молодиками.
Изначально, когда вот мы учились еще в школе, у меня было очень много друзей, не спортсменов. Ну, школа, как бы все между собой дружат, все между собой общаются, параллельные классы. Да, мы очень плотно общались. Но наше общение расходилось на том, когда начинался профессиональный спорт, начиналось по две тренировки в день. Меньше времени я могла проводить со своими друзьями, и они меня не понимали в этом плане. Соответственно, допустим, из 10 у меня осталось 2 друга. Почему? Потому что не каждый понимает, когда все идут гулять, все идут летом на пляж, кто-то ездит на море, тебя зовут, а ты говоришь, у меня тренировка. Не все понимают. Людині, яка вперше потрапляє на тренування з дзюдо, може здатися, що спортсмени на татамі танцюють. Я действительно хотела пойти на танцы, мне это нравится, поэтому я отношусь к этому положительно. Почему? Потому что это наша пластика. Борьба борьбой, сила силой, но пластика нам здесь нужна. То есть надо чувствовать какой-то прием, нужно чувствовать соперника, и танцы в этом плане очень помогают. Много, Роман Гонтюк, двукратный призер Олимпийских игр, он тоже ходил на народные, сколько я не ошибаюсь, на народные танцы. Після змагань завжди хочеться виплеснути емоції, виговоритися. Я звоню первой своей маме, да, потому что меня воспитывала мама сама. И как-то мне хочется с ней делиться, потому что я знаю, насколько она за меня переживает. Я тяжелый человек по характеру, а она у меня очень эмоциональная. Она слишком переживает за меня. То есть если я где-то ударюсь, она мне звонит срочно, быстро к врачу и так далее. Я просто понимаю, как она переживает, и мне хочется поделиться своей радостью, своими победами со своим близким человеком. Жінки рідко ходять на турніри, де б'ються їх син чи донька. Мама емоціональний чоловік, вона не ходила на мої соревнования. Для неї це тяжело. Вона мені сказала, я не можу смотреть. Для мене це нормально, прийти з кем-то поборотися, кому-то дати відпор і так далі. Для моєї мами не нормально смотреть, як мені хтось б'є по голові, я даю здачі. Тож для нас це захвати, але зі сторони це виглядає, будто ми ділюємося. І перший раз мама прийшла на моє соревнування після... Для достаточно сложного морального у меня период был в жизни. Я травмировала спину, я год не тренировалась. Мне нельзя было ничего тяжелого поднимать, в принципе. У меня не было конкретно постельного режима, но ходьба целыми днями не приветствовалась. И у меня были соревнования, чемпионат Украины. Перед ними я потренировалась месяц. После года перерыва я месяц потренировалась. Причем у меня было много лишнего веса. Мне тяжело далась гонка после такого долгого отдыха. И мама видела, насколько мне очень сложно морально, просто мне было даже не то, что тяжело согнать вес, мне было сложно выйти снова туда. Когда люди тренируются, и у тебя такой долгий перерыв, и я даже просто в принципе не понимала, можно будет ли мне тренироваться. Очень тяжело было, и насколько было маме тяжело эмоционально, морально, она собралась, и тогда первый раз мама была на моих соревнованиях. Мне было 16 лет. Проте, якщо батьки приходять на тренування або турнір, то атмосфера загострюється. Принаймні, таке трапляється дуже часто. На тренировке, конечно, хочется выделиться, но на соревнованиях чувствуешь больше ответственности. На тебя смотрит твой человек близкий, тебе хочется не подвести не только себя, но и его. Но с другой стороны, наверное, в детстве мне очень не хватало этого. Морально тяжело, как-то со всеми родители ездят. Я не обижаюсь на маму ни в коем случае, просто я когда выросла, я поняла, насколько ей сложно это было. Но тоже мне было просто непонятно, 10, 11, 12 лет все как-то ездят с родителями, а мне мама говорит, что она не может. Мы запропонували дзюдоїсткам виголосити монолог про дзюдо, оскільки треба бути тим, ким ви є, і говорити, що думаєте. Ті, хто будуть проти, не мають значення, а ті, хто мають значення, не будуть проти. Наверное, сказала, чтобы они не боялись этого вида спорта, потому что этот вид спорта очень красивый. Особенно, конечно, мы не так боремся профессионально, как мальчики, так они более техничнее нас. Но мы тоже хорошо бросаем девочки, мы тоже не отстаем от них. Я бы это сказала, потому что, все-таки, чем мы хуже мальчиков? Реально. Я бы все-таки сказала лично на своем примере, как я училась в школе, у меня были одноклассницы. Многое из них сейчас пошли не по правильному пути, как лично мое мнение. Кто-то курит, кто-то пьет. Я считаю, что это ни к чему хорошему не приводит. Даже если вы начнете заниматься дзюдо, даже если вы поймете, что это не ваше, то есть это естественно.
каждому дано свое, но попробовать стоит. Если вы даже поймете, что это не ваше, поверьте, вы многому научитесь. Вы научитесь дисциплине, вы научитесь элементарно питанию. Каждый тренер может подсказать, где, что, как. Вы научитесь держать себя в форме, вы научитесь сдерживать себя. То есть, когда вам где-то не нравится, как с вами разговаривает преподаватель, в наше время огрызаться преподавателю – это нормально. Здесь это не приветствуется, соответственно, вы научитесь здесь этого не делать. В дальнейшем это поможет. Поможет в общении с многими людьми.